Здравствуйте, я Максим Мадзе, и эта игрушка «Как достать соседа». Любой зритель моего канала может выиграть 31 декабря 500 рублей. Для этого вы должны принять участие в конкурсе. В конце каждого выпуска до 31 декабря вам будет задан всего один вопрос, а ответ на него вы узнаете, если будете внимательно смотреть данное видео. Ну что ж, а мы, собственно, продолжаем. Так, я, короче, за кадром. В прошлый раз я не сумел на Perfect пройти эпизод гонг, и я его за кадром, короче, на Perfect прошел. Сегодня у нас снова уровни из первой части, когда соседа. Короче, Piglet. И я, кстати, понял, как надо сделать так, чтобы лагало меньше. На полном экране у меня разрешение 800 на 600 пикселей стоит. И из-за этого меньше лагает именно почему-то только в полноэкранном режиме. И вот в полноэкранном режиме меньше лагает, чем в оконном режиме. Поэтому я в полном экранном режиме записывать буду. В общем, мы начинаем. Piglet. Сосед у нас завел свинью, чтобы потом ее на шашлык разрезать. Временами дрыхнет, блин. И все такое. Короче говоря, это как бы третий сезон у нас получается в этой игре, в консольной версии. У нас открывается третий этаж у соседа. И первые две его комнаты. Так, короче, сосед у нас там дрыхнет, и у него еще дома тут мамаша в гости к нему зашла. Мамашу нам будить не стоит, потому что если она проснется, то нам каюк. Мамаша тоже у нас от ней может. Мамаша нам люлей может дать. Так, вот это, собственно, свинка такая вот. Так, мы подождем, пока сосед спустится на кухню. Вот это, собственно. Здесь у нас кабинет заблокирован. Дверей почему-то у него также нету. В отличие от первой части, там она на замке висела. Тут два вот таких вот окошка видно. И крышу оранжевого цвета. Так, мимо мамы мы должны на цыпочках проскользнуть. Но вначале мы вот здесь вот пороемся. Так, Вуди, может быть, у нас здесь будет. Нет. Может быть, попугай у нас здесь будет. Капитан у нас здесь будет. Блин, она меня, мамаша, короче, меня заметила еще и крикнула: под кровать нельзя прятаться. Зачем я проскользнул? О, нет. Я просрал одну жизнь. Я забыл, что в этом эпизоде нельзя прятаться под кровать. Что там матрас под ней лежит. Хотя в первой части в этом эпизоде там горшок обоссанный лежал, а не матрас. Так, у нас... я взял эти чипсы? Да, взял. Ладно, просрал я одну жизнь, и мы теперь не сможем пройти на Perfect эпизод. Максимум мы сможем пройти его на Good. Так, мимо соседа надо... на цыпочках пройти. Так, берем ключи. Так, инвентарь уже дотла, блин, забит.
Блин, жалко, что я на Ctrl не могу зацепить камеру где-то в отдельном месте. Ладно, пофигу. Так, во-первых, мы делаем вот так вот. Кактус на будильник кладем. Так, ну сосед молочком детским, походу, кормит эту свинюшку, блин. Потом кукурузными чипсами кормит свою мамашу, блин. Вот дела-то, а. Кстати, мам... Здесь... Эта игра... В первой части мамаша, кстати, не появлялась. Она появлялась только на портрете, который на первом этаже висел. А здесь она появляется вон... В фиолетовой кофте. В первой части сосед кормил не мамашу чипсами, а попугая своего, который, кстати, в этой игре не появляется вообще. Очень жаль. Короче, проскальзываем мимо него. На цыпочках надо нам соусом челюсти намазать. Остреньким соусом, чтобы было все прям вообще отлично. Чтобы он стал драконом и с огнем дышать умел. Короче. Чип остренький. Чипсики сюда подложим. Очень, очень остренький. А, стоп, это уже было. О, больно, кактус-то. Так, вот этот вот нитроглицерин сюда намешаем, чтобы она бомбанула это. Подгорело. Ну, в первой части у него не так подгорело, он прям вот так вот огнем продышал. Короче, выпускаем свинку из клетки и угостим ее яблоком, чтобы она обосралась. В первой части не надо было яблоком кормить, она просто так обосралась. Так, мы в шкафу. Из шкафа торчит рука, чтобы было понятно, что мы в шкафу, блин. Не очень, правда, красиво это смотрится. О, сразу две монетки он. Прикольно, да? Бомбануло, красиво. Господи, сосед, зачем ты бьешь самого себя-то, блин? Так, нитроглицерин он кладет обратно. Остренький, да? И у него также подгорело, как челюсти. И по жопке, конечно же, надо получить от мамаши своей. Зачем психовать-то? Ну, на гуд. На год они наперли, потому что мы потеряли одну жизнь. И, кстати, вот не подлагало сейчас совсем, вот вообще никаких лагов сейчас не было. Это офигенно. Короче, продолжаем следующий эпизод. Так, сохраняемся, естественно. Так, ну почему-то золотая звезда все равно попадает, когда мы на год проходим. Ну, вообще-то, по идее, нам у нас не должно было быть золотой звезды. Ну, пофигу, короче, пофигу. Так, следующий эпизод с Саней. Жаркий день, короче, сосед на балконе у нас отдыхает.
И мы ему сейчас усилим отдых. Мы сейчас усилим отдых для наших зрителей. Сделаем его веселее. Они будут ржать над нашим соседом. Так, вот здесь у нас ящик есть с щипцами. Так, мед, обувная щетка. Так, тут пол фиговый. Делает сосед пол, у нас тут собака, короче, дрыхнет. Мимо нее надо на цыпочках проскользнуть. Ладно, в следующий раз это сделаем. У нас в ванной аптечка, во-первых, лежит на полу, и запертая аптечка. А я взял грунтовую землю, да, взял. Короче, пока он там отдыхает, я полезных вещей из аптечки возьму. Также обувную щетку вместо зубной сюда положим, чтобы сосед себе зубы сделал еще более грязными, чем они есть. Блин, вот это хорошая идея, что вот улицу сделали вместо кирпичных стен, и вот что вот эти два окна, вот это тоже прикольно. Короче, давайте как, знаете, как хитро сделаем. Соседа заставим побегать. Сами спрячемся под кровать. Пускай сосед, короче, побегает, нас поищет. А мы пока пакости сделаем. И вы только взгляните, вот как Вуди сейчас одежду свою поменял. У него одежда из второй части сейчас, пока я зонтик вот этот вот делаю. Хопа, и одежда поменялась обратно. Так, мед. Мед у нас может стать неактивным через некоторое время, поэтому мы подождем. Так, вот сейчас. А теперь быстрее под кровать. Блин, вот как сейчас Вуди одежду свою поменяла? Пчелы. И как у него зажило сейчас все быстро? Твою ж налево, я сейчас опять потеряю жизнь. И на перфект я пройти не смогу, я смогу найти на пейсет, потому что счетчик злости сбился. Короче, спускаемся. Ладно, мы яд сорняков все равно подложили. Счетчик злости сбился, потому что сосед поймал меня. Так что, увы, не получится у нас ничего такого сделать. Так, мы суем дерево сюда, а сюда землю.
Блин, ну что-то я не подумал. Сейчас в своей жизни уже. И вот интересно мне, как вот... Ну, сосед сбивает меня и, короче говоря, выкидывает на другую комнату. Вот только как? Вуди что, в окно, что ли, перелетает в другую комнату? Из окон в окна, что ли, или как? Напишите в комментариях, как вы думаете. Ну, хотя, наверное, все остальные также подумают. Ну, счетчик злости... А, нет. Счетчик злости до 5 не допрет, поэтому мы ни на гуд, ни на перфект пройти не сможем. Ладно, я за кадром перепройду уровень. За кадром можно пройти, я думаю. Как-нибудь в свободное время пройду. Дерево, вкусное дерево. Подлагала. Ну ладно. Вот где вот написано, что 3 жизни, там еще картинка с Вуди. Когда жизни теряются, картинка меняется тоже. Как вы знаете. Так, Mother Day. Короче говоря, день матери, и сосед мама к нему приходит. В отличие от первой части, здесь будет мама соседа. Сосед, короче, статую ее делает и вазочку делает там на своей какой-то машинке непонятной и все такое. А, стоп, это взять нельзя. Лосьон после бритья, который сосед использует в оригинальной первой части на ПК. Только в еще в 4-м эпизоде, а тут вон в каком. Так, мы пройдем аккуратненько. Так, в отличие от первой части, вот эта вот машинка постоянно работает, а там она работает только тогда, когда сосед занимается с вазочкой. Так, у нас тут шарики стеклянные. Не знаю, зачем они соседу нужны. Кстати, стены в спальне не такие, как в первой части. Они тут посветлее. Розовые, а там они какие-то темные были. Такие больше нравятся, такие как вот здесь. Прикольно, так будет мамаша в инсе. Да, это офигенно. А мы, короче, спускаемся вниз и делаем пакость сначала вот с этой фигней. У него тут колесики-то деактивированы, так сказать, а тут, а сейчас мы их активируем, чтобы сосед споткнулся. Так, во-первых, стул массажный сделаем для него. Во-вторых, усилим мотор, мощность усилим.
во-вторых, шарики рассыпем тут. Чё, больно, сосед? Во-вторых... Да твою ж мы налево, я забыл клей. Короче, мы снова не сможем на перфект это дело пройти. Я забыл, что он за лосьоном спускается. Так, ну, с помощью мамаши отвлечь его тоже нельзя, потому что счетчик злости собьется тоже. Ладно. Короче, пока делаем другие пакости. Клей вот, жалко, я забыл. Сейчас смогли бы... Ладно, этот эпизод я тоже пройду за кадром. Перепройду. Так, вот этот измазываем. Чудо-мудо. Так, а голуби надо освободить. Нечего держать их вот так. Так, ну, собственно, соседа сейчас еще один сюрприз ждет. Вот и все, сосед. Конец статуи твоей. Ё, и починил ее. Вот молодец. Мастер на все руки. В первой части это он ее не чинил. Ладно, мы пока идем. Так, а мы сейчас клея добавим сюда. Ой, не то. Клей сюда надо. Так, а почему сейчас счетчик злости не пополнился? Я же пакости подряд только что сработала. Почему сейчас не пополнился счетчик? Странно как-то. Тут 7 пакостей, а в счетчике злости всего 4. Блин, вот пакость вот с этим мотором реально уже смешная. Надо было, наверное, еще раз ему ключом сейчас. Еще раз, может, посмотреть на это. Ну ладно, уже, в смысле, ладно, уже опоздали. Так, ну счетчик злости снова собьется. Потому что сосед сделал то, что мы не подпакостили. А лосьон-то весь в клее. Сейчас щеки твои слипнутся. Сука. Больно вообще, да. Такую ширину щеки-то, блин. Так, ну пейсет. У нас, короче говоря, вышел. Так, у нас, возможно, бонусный уровень сейчас откроется, еще один. Возможно, а может и нет. Нет, еще не откроется. Но мы пока пройдем один из них. Это барбекю. Так, короче говоря, сосед у нас барбекю жарит. И нам надо его тоже как-нибудь испортить. Свинью все-таки он разрезал свою. Вон, видите? Мясо. Кругом. Вместо свиньи. Так, защелочка.
тапок старенький. Так, собака у нас. Там, вон тот портрет про мамаши, который в первой части был. Здесь он появляется только на этом уровне. Ваше здоровье, да? Сюда идет. Я забыл про это. Да. Любишь ты свою мамашу, она ведь тебя по попе, по жопе-то отхлёстывает. Так. Пока он тут жарит свой шашлык, мы заткнем огнетушитель вот этой штуковиной. И возьмем фломастер отсюда. Так, начнем пакостить как раз таки с этого портрета. Почти в каждой серии первого сезона, в первой части, мы измазывали этот портрет, а тут только в этом, а тут только в этом эпизоде в консольной версии это делается. Причем надо с помощью вот этой мини-игры делать. Господи. А морда, это еще смешнее получилось, чем в первой части. Короче, суем старый тапок соседа вот сюда. В первой части такой пакости, кстати, не было. У нас есть уксус? Я забыл ее. Опять, короче, потеряю я жизнь. Да что ж я забывак это такой, а? Зачем я забыл? В общем, я, короче, просрал пакости с этим. Эх, плоховато я что-то играть стал. Сейчас еще один эпизод придется перепроходить за кадром. Слишком уж много что-то ошибок я наделал. Очень много. Ладно, мы пока тут, короче. Съел свой тапок. Так, усилитель роста вот сюда. Так, и бензин в пиво. Так, и еще выпей глоток уксуса. Тьфу, да. Да, иди сделай себе супер-пупер шашлык. После этого.
пенистое пиво. О-хо-хо-хо-хо. Правда, мясо на переднем плане от огня почему-то. Это некрасиво как-то смотрится. О, блин, ну это жесть. Вон, видите, корзинка Вуди, где жизнь. У нас Вуди без зубы, короче. Да, и вот это пенистое он будет кушать. Теперь. Так, ну еще одна пакость с цветком. Убил свой цветок. Ну понятно, ничего делать не оставалось. Ах, ладно, давайте закончим на этом пока. Короче, мы прошли еще так 4 уровня, на которых есть третий этаж дома соседа. Некоторые уровни мне придется перепроходить. Вот этот уровень, ну может, но этот не обязательно. Вот этот и еще один. Придется мне перепроходить за кадром. Ну а теперь мы переходим к главному. Теперь сегодняшний вопрос. В каком из этих эпизодов, в каком эпизоде на одной пакости Вуди каким-то образом поменял свою одежду? И варианты ответа: Mother Day, Барбекю или Санни. Пишите правильный номер правильного варианта ответа в комментариях. Желаю вам удачи. Ну а теперь пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в сообщество ВКонтакте, подписывайтесь на запасной канал Блумадзе. Я не настаиваю. Всем пока. С вами был Максим Мазин.